щелочки. Вот так вот, а вы тут видите. Не надо. Возьми ее за руку, со стороны жениха и невесты подойти к столу и засвидетельствовать акт их брака.
Закон о браке и семье Казахской Советской Социалистической Республики сегодня, 2 ноября 1991 года, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Прошу молодых объединяться кольцами в знак вашей верности, любви и согласия. Прошу молодых поздравить друг друга первым семейным поцелуем. А теперь позвольте вручить вам государственное свидетельство о браке, ваш первый семейный документ. Уважаемые молодожены, от имени исполкома Архангельского городского совета народных депутатов поздравляю вас с днем рождения вашей семьи. Желаю вам крепкого здоровья, простого земного счастья, большой недосвящей любви, долгих лет совместной жизни. Сегодня в этот радостный, счастливый день вас пришли поздравить ваши родные и друзья. Среди них самые дорогие для вас – это ваши родители. Дорогие родители, за ваши добрые дела, за ваши щедрые сердца, за то, что вы воспитали и вырастили таких прекрасных детей. И сегодня по доброй народной традиции благословляйте детей на счастливую семейную жизнь. Примите низкий поклон молодых. Идите своим родителям и низко им поклонитесь. Уважаемые молодожены, разрешите еще раз поздравить вас с заключением брака, с созданием новой советской семьи. Пусть в вашем доме всегда будет мир, радость, счастье, добрый час на долгие годы на счастье. А теперь примите самые искренние поздравления и пожелания ваших родителей. Уважаемые родители, пожалуйста. Thank you.
девочку, чуть-чуть сюда, маленькую. Вот так, хорошо. Так, все сюда внимание снимаем.